21 на 1 очко. Так. Ну пошли, короче, все понять нахуй. Ты молчишь? Да продаю тут. Ну, книжки, да ё-моё, книжки распаковал. Которые дали. Там часть книжек можно продать. Некоторые нельзя, некоторые можно. Я тут смотрю, какие наиболее актуально продать. И это. На Уромке спроси, кем продал. А я уже нашел. Там потому что одни прям написано, типа, этот сундук, содержимое этого сундука нельзя продать. Прям так пишут. Вот. Понял. Да. Я только думаю, вдруг я какой-нибудь другого персонажа буду качать, и они не понадобятся. Думаю, ладно. Один раз живем. В всяком случае могут не купить, у меня останется. Хотя опять останется, это какое-то уже конкретное. Конкретное, так сказать. Выставил барахло. Так, то есть ты просто взял, переключил все гравировки, да? Угу. Ну я, в смысле, я выбрал, которые мне надо, и переключил. И все. Не которые игра предлагает, а которые я хочу. Ты не будешь зависеть от шмота по какое-то время. Если у тебя его нету. Поставишь просто, которые выдали, и все. Понял тебя. А я-то как дурачок, блядь, 3 ляма. Ой, 3к, блядь, слил нахуй золотых, блядь. Подожди, то есть если ты выбираешь гравировки, тебе шмот сразу придется ставить, да, получается, что ли? Смотри, у тебя, вот смотри, вот видишь, вот зайди ко мне, видишь? Но. У меня каждая смотка, видишь, дает определенные статы. Узы, там, судьбы, голем.
Да. А, вот. То есть, если и... ты гравировки выбрал, тебя шмот не трогал, да? То есть, то, что ты ставил, то это у тебя осталось, да? Да. То есть, видишь, получается так, что у меня гравировки-то, видишь? Да, они не то зависят есть... от шмота, я понял. Мне просто интересно, да, да. Они вообще влияют на шмот, если ты гравировки... Или тупо гравировки меняются, и все, больше ничего не делают. Ничего не трогает. Да, все, просто гравировки меняются, и все. То есть, остальное у тебя все остается так же. То есть, соответственно, здесь экспресс-события просто идет. Что ты гравировки какие-то? Узу судьбы, стремительность, голем, Моргенштерн, ну, он типа на крит дает. И презрение к слабым. Все, остальное ничего не брал, потому что либо слишком жестко выходит, то есть либо на боссе, но опять же 20% шанс, так как я жестко, не хожу ни с кем, я ни с кем не хожу в пати, у меня нет гильдии, нахуй нам мне это надо, мне некому танковать, вот, я сам там, вот, но оно мне не нужно, то есть другие там тоже всяческие, то есть либо всякие там резать там, режут броню, там, всякая хуйня, короче, то есть, либо скорость что-нибудь, либо атаку режет, либо крит сильно режет, но вот тем самым повышается атака, ну, блядь, короче, такое себе. Вот. А здесь, ну, как бы, стремительность, я сейчас понял, что это очень важно, такое, такая, плюс у меня сноровки, считай, 815 и крита, ну, короче, шанс крита у меня 42%, а сноровки у меня... А скорость атаки 14, а сокращение у меня заклинание на 17%. Сколько у тебя вообще крит? Плюс он 42%. О! Ну вот, 42%. Тут у меня 14% скорости. А если подробнее взять? 59 у тебя шанс крита. Где шанс крита? Видишь? Вижу. А, вот 59, да. Это совсем вместе показывается. Ну, это, видимо, вот... Какая-то гравировка, может, из этого даже дает. Вон, видишь, шанс крита повышается до 50%. Однако, с некоторой вероятностью, атаки могут нанести на 20% меньше урона. Ну, то есть, как бы это не критично мне на самом-то деле. А вот если бы, допустим, я поставил бы там другую... Сейчас зайдем. Где-то я тут ставил. Вот есть такой момент здесь, допустим, вот этот прикольный где-то. Тут сейчас посмотри, смотрел. Можно поставить. Вот скальпель, допустим. Ну да, шанс криты опять. То есть, видишь, как бы, в принципе, сильно ничего не меняется, но... Вот, ну-ка, сокращить свои применения, так, вот так, это... Тишите на наборе, допустим, герой наносит на 20% больше урона обычным и рейдовым боссам, но при этом получает на 20% больше урона от их атак. Как бы 20% это, извини меня, блядь. Тактическое превосходство, вот, при успешной атаке, видишь... Тебя персонажа повышается на 20-30 секунд. Если противник, который был проведена контратака, получает на 8% больше урона от персонажа и его соратника в группе Чинтрюкс. Вот, тоже, вот видишь. Ну, слушай, может быть, для тебя, тебе же никто не срываешь. Вот. Можешь потестировать, поперестать, как вообще будет работать у кого. Да, можно. Я вот, видишь, просто выставил, как бы, в принципе, я... И потом уже, когда ты, у тебя это все пропадет, ты будешь конкретно знать, что ты хочешь. Ну. Вот изнурённым целям. Адреналин тут, ну-ка, что-то приберем. Не, ладно, так себе атаки приберем. Mm-hmm.
Слушай. Пойдем уже, сходим куда-нибудь. Пока не уснул тут. Угу. Могу поставить вот сюда, ну-ка. Ну и скажешь, когда, кто будешь. Ага, вот так поставил, ну-ка. Вот, наверное, нормально сейчас будет, ну-ка. Что поставил? Так, вон. А, скорость теперь движения, я тебе как раз хотел предложить. У нас сноровки работают, тебе надо сноровку набустить, тогда будет хороший добро. У меня сноровка буста, видишь, у меня сноровка бустанутая. У тебя все 7% бустится. Половина скорости передвижения, это 7% всего. Тебе надо, чтобы у тебя был 100 или 1000... Нет, я понимаю, у тебя временный эффект есть. Ну, там, типа ускорение, но, извини, 7% и 18, допустим, или 16, это вот же голема. Извини, но это как бы разница есть. Люди ставят сноровку всегда в фул, а потом остальное на мастерство. И у них там 1200 сноровка, извини, это, конечно, результат. 1200-1300 у них сноровка. А при текущем, я думаю, вот на капе тебе можно поставить эту тему. А сейчас я не знаю. Поставь, знаешь, лучше со спины его на капу или чё? А ты со спины ты хуй всегда подберешься. Ну это я обычно со спины уберу. Слушай, а вон поставь себе новый рассвет, у тебя ульта будет в 2 раза быстрее приближаться. Если хочешь, конечно. Или можешь поставить карающую длань. Она тоже бустит урон. Но вон выше красная будет. Красная такая. Видишь, на 18%. Скорость атаки 10% меньше, подумаешь. У тебя она не лупит, как у меня. Понял, да? Угу. А я тоже ее хотел собирать. На 10%. У меня и так она. У тебя и так она нормально так атакует. Смотри. 10% она. Знаешь почему? А это она мне. 10% там было написано, да? Ну, и там 29 тысяч у тебя стало. 29, ну. 10% стало. Всего лишь скорость атаки, это вообще ни о чем. Зато 18, даже голема перепрыгнул. Но... Сейчас я быстро выполню квест. А знаешь, в чем прикол? Открой вот. Открой. Еще раз внизу. Вот. Штуковину. Подробнее нажми. Нет, это закрой. Подробнее нажми просто внизу. Подробнее. Смотри. Крит урон 250, да? А у меня почему-то 200, хотя я поставил себе Моргенштерн. Вопрос, почему у меня не работает крит урон? Я вчера поставил шмотку специально на крит урон, у меня не работает. У меня он 200 всегда стоит крит урон. Понимаешь, в чем прикол? Я не знаю почему. И у Ромки, кстати, тоже. Он сегодня смотрел, говорит, Ромич, ты переключил шмотку себе? Смотри, ты можешь шмотку сейчас переключить? А, ты квест не сделал на переключалку. Надо тебе сделать квест Mail Life потом, на переключалку шмота, типа эффектов шмота. Ну я вообще, короче, офигеваю просто. Просто взяли, то есть я, чё бы я ни клал. До 80% нихуя себе. До 80%, понял? Чё? Можно до 80%. Че? Сделать так, чтобы прикинь. Ну, типа, чтобы заклинания уменьшались. До 80%. Я не знаю, как это делается, но там написано до 80%. Ага, прикинь. Когда подробнее нажимаешь, там читаешь, там написано. У меня написано 17%. А-а-а. Ну, можно до 80% максимально. Я такой думаю, интересно, блядь, если игра написала 80%, значит, то есть это возможно, значит, сделать каким-то образом или но... как? Я не могу. Ну, это будет даже пиздец. Это прикинь, у тебя там реально заклинание как у Фурии будет, но ха-ха-ха. Сука, ты гондон, я тебя видел, где ты, сука, был, я тебя не успею за тобой, блядь, ты пидорас. Успею, да? А чем прикол? Все. В чем прикол? Прикол. Почему мне не это самое? Может весь шмот убрать и заново положить?
хуй я его знает? Я-то, видишь, купил и шмот. Может, и закупленного шмота у меня так идет. А вот, как закупленного шмота? Ну, ты на крит все сделал? Да какая разница? Я поставил Моргенштерн. Он дает 50, он должен бустить 250. Не, он не бустит, походу. В смысле не бустит? Он должен бустить 250. У тебя написано 250, у меня написано 200. В смысле не должен. Так у меня, извини, у меня и шмот на крит везде. Тебе дает шмот этот... Моргенштерн тебе дает шмот, этот крит. А шмот тебе дает крит шанс, а не крит урон. Ну, у меня, в общем-то, смысл-то в том, что, видишь, повышается. Это крит шанс, Толя. Ты отличаешь крит шанс от крит урона. Я тебе говорю про крит урон. Крит шанс у меня стабильно, нормально показывает, адекватно. А крит урон нет. Значит, вам нельзя сделать. Причем, кстати, у Ромки так же было, кстати. А, у меня написано в этой области, эффекты гравировок не действуют. Вот в чем прикол. И прикинь, я по месте нахожусь, потому что у меня даже оружие не снаряжено. Ё-моё, инвалида кусок. И в городе тоже не действует. А я в городе смотрю, а чё мне всего 200, думаю. В смысле? А чё у нас всего 200? 200? Вот, а сейчас стабильно показывают. Нормально. Пиздец. Стоило только поорать. Говорю, почему у меня ничего не работает? Почему, блядь? Потому что ты находишься не там. Да? А я думаю, у меня проблемы. Так. Так. Угу. Короче, ты задолбал. Скоро уже спать, ты все еще там кого-то возишься. Да? Да, да, да. Тогда я пойду, да. Тогда в башню эту пойду, пока ты тут возишься. Еще 2 дня будешь искать, наверное, этих челиков. Так. Здесь челиков. Ну, которых ты там ищешь-то. А, ну ты как? Свои, ты эти гравировки свои 2 дня будешь рассматривать, я понял тебя. Интересно же посмотреть тоже. Да я понимаю. Все, я ж потряс. Заебал, пошли, пошли. Куда пошли? Я все выполню. Я выполню все. Да? Ну пойдем туда. Так, все. Работаем. Максимальный. Максимальный. Я не пойду. Ты передумал такой. В смысле? Ты знаешь, как девушка какой-то. Я не хочу идти, что-то мне не хочется. Знаешь, типа. Ну. Собрались в гости к друзьям. А я не пойду, наверное. В смысле ты меня не пойдешь? Мы же договорились. Ну не знаю, не хочу. Конечно, за эту песню. У меня ультать опять 1 минуту перезаряжает. 1,5 точнее. Питер. Ну да. И тебе же 1-4. Я, короче, узнал, сказали, типа, те читаки, которые Толя использует, уже не купить. Пришлось другие покупать. Такие дела. Не, ну а чё? А, такого уже теперь больше не поют. Что тут творится вообще? Не знаю, ты не видишь, что ли. Пока за один раз. Что сейчас было только что? Напомнил? Да. Пересказываю. Херовка это была. Закажи нам 200 рублей, 200 рублей, 200 рублей, закажите нам 200 рублей.
Он получил 50 пятый. Ой, блядь, промазал все миры. Так у меня окошко закрыто от этой кнопкой, я не вижу даже, куда нажимать. Пиздобол, блядь. Окошко, по-моему, закрыто. Видишь, окошко. Быстро мы убежали. Но... рекордсмены, так сказать. Смотри-ка, по планика что-то там мне сказали, типа. Типа это. А, типа мы первый раз на планике на максималке, зачем я понял вас. Хорош подписываться. Мне сказали, что Ромку забанят завтра нам. Не, не забанят. Ульту пустую, пустую, пустую. А я? Но. Мне кажется, я их убил. Не, они были мертвы уже. Угу, мертвы у него были. Я сказал, что я же видел, они были трупами. Просто пустила и никуда. Бруно! 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 Я пошел, Бруно! Звоню Бруно, нахуй. Блин, там не весело. Помогаю. Все могу. Помогаю, Димка. Вчера надо было помогать. Так, подожди, сейчас побежу побольше. Видишь, они умирают сразу все. Там никого не было. Успокойся нахуй. Успокойся нахуй. Никого не было. Было там нахуй. Там все сидели. Все сидели. Мастер пошел. Ты тельный такой взял, да? Эй, гвоздь. Ну, типа, на чертоге-то. На чертоге-то квест недельный там какой-то был. Не знаю никаких квестов. Не видел. Оооо, все, быстрее пати, от пати на чертоге-то видел. Я бы так никогда не поступил. Кого говоришь? А быстрее пати иначе убить его. Я бы так никогда бы не поступил. Так в смысле, ты быстрее бьешь всех? И ты говоришь, никогда не поступил, а сам бьешь быстрее всех. Не было такого никогда. Да-да-да. Я только прыгал, он же там всех убил. Как это вот называется? Это называется неуважение к союзнику. Называется. Ну, союзник прыгает, подход. Ты убиваешь на этом месте кого-то. Так не делает. Ты знаешь, как думаешь, это было видно. Вы с другом идете, короче, со скалы, друг такой, я спускаюсь. Ты такой камень ему под жопу кидаешь, и он такой падает. А как? Как неинтересно жить-то нам. Не могу урон только нахуй. Ты все забрал. Ты добиваешь моих крипов, я говорю, я только замахиваюсь прыгать. Конечно, надо. Там труп уже лежит, но. Это наговор на меня называется, наговаривает. Я прыгаю. У меня там 2 секунды прыжок, я прыгаю, там уже труп. Как так вообще? Напиши девахе там, это самое, типа. Потом попишемся, типа.
Я занят, типа. Знаешь, они любят занятых, типа, мужиков. Он говорит, я тебе ебальник, говорит, набью. Во, вот этот челик, кстати, мы дрались с ним. Твой любимый. Последний понедельник. Твой любимый Толя. Мой любимый? Дай мне лидера, ты опять первый вышел, я просто ты. Ну хули, я что сделаю, что я... Раз я всегда лидер по жизни. Че это, кто это такой, нахуй? Пылающая тварь, хули. Били вот этого челика. Пылающая тварь. Помнишь его? Ты его запомнил, я знаю. Ой, бля, так мы же не выиграем его никогда. Да в смысле? Это обыкновенно, это же не героический. В смысле? Так это вон написано героический. Конечно, вон, читай. Конечно. Вон, читай снизу под хп конечно, твоими. Конечно, конечно. Да. Ты пока придут, его уже убьет. Я же знаю Толик. Толик алкоголь, знаешь, такая? Звали. Ничего личного. Никогда не слышал. Конечно, слышал, я че, совсем что ли для древних? Ну, наверное. Сейчас, бля. Бей его, блядь, у меня перезарядка жесткая. Ой, все понятно, блядь. Ты специально, да, перезарядку сделал в этот момент? Не, не специально, на самом деле. А, у меня маны нету. Вот что делаю. То есть маны проблема, оказывается. Есть, есть лампочка вот эта горячая, которая нет? Какая? Вот эта вот? Да, фонарик, фонарик этот. О, вниз надо идти. Странно, когда мы с Ромкой дрались, он вообще не, он редко убегал, а тут прям он сразу свалил. Даже не только разогрелся и как-то все. Даже ульту не прокастовал. Теперь мана заканчивается, оказывается, прикинь. Да, у меня у кулачника тоже заканчивается. А у кулачника какой уровень, напомни ко мне? Да, ты не 50... знаешь, что тебе говорить. 58. Кого ты там? Даже 50, не знаешь, какой 58. У меня у кулачника уровень. 58, ладно, забей, просто у него тоже мана тратится. 58. 1600 у него уровень шмота, и у него уже мана тратится. А то, что у тебя на твоем уровне на текущем тратится мана, это как бы, ну... Это нормально, наверное. А может, он тебе сожрал ману? Не, а что, он может сожрать, что ли? Нет, там вроде скиллы не... пиздец снимает. Кто его хрен знает, может, у него... Ну, в прошлый раз, когда мы с ним дрались, он тебе не жрал ману. Сколько у тебя маны-то вообще? Ты 200? Так это же нормально вроде. Ты типа, гравировки какие-то кривые поставил, наверное. Странно. А как так у тебя мана-то закончилась? В жизни такого не было. Видимо, у тебя какая-то настолько скорость быстрая перезарядки скиллов, ты что-то не успеваешь теперь восполнять ее. Я так подозреваю. Типа раньше у тебя же не было такой сноровки там и вообще вот этой всей темы. Хотя... Эй, новички! Подходите, не стесняйтесь! Вместе во всем разберемся в наших сотнях тем, как пользоваться порталами, какие боеприпасы закупать. Отвечу на все ваши вопросы.
Скоро рассвет. Дима, расскажи мне, чего ты больше всего боишься? Да, не знаю. Ты как ты думаешь? Я не думал на чего ты вообще. Чего ты боишься больше всего? Что прям тебя внушает в тебя страх? Я над этим вообще не думал. Не думал никогда? Челик пишет мне, друг. Типа. Здорово, как дела? А, как сам? Он всегда пишет так. Ну, наш Нестик пишет. Как сам? Напиши, как универсал. Да, надо бы в следующий раз писать. Привет, нормально, я играю. Покурить выйдешь или занят? Я говорю, не могу, играю по сетке с другом. А что ты хотел? Он пишет. Сможешь игру скачать GTA 4? Я говорю, не, я через торренты не качаю. Ладно, тогда. Все. Все. Больше человеку ничего не надо. Напиши ему нахуй. Напиши следующее предложение. Напиши. Знаешь, что мне надо, скажи? Скажи, что? Сходи, дров наколи мне нахуй, скажи. Соседских. Ну каких дров, блядь? А ты что про страх-то спросил? А я просто сидел такой, думаю, интересно, какой у тебя страх? И я задал этот вопрос. Да? Мне еще в голову приходит, я там называю. У меня вообще над этим мужчиной не было никогда страха.
страх какой-то. Ну, как бы, знаешь, может быть паника какая-то, типа. Вот это я могу как бы диагностировать. А, да. Я даже представляю, когда я могу пасть вообще в безумие какое-то. Потому что я вот, если, допустим, будут когда-то там мучить или убивать, или насиловать дорогого мне человека, mm-hmm. то я могу реально, то есть, убить. То есть, вообще пофиг у кого. Вообще, ну, то есть... Я, знаешь, я в школе, я, короче, в школе был челиком таким, которого mm-hmm. многие, типа, толкали, типа, там, знаешь, ничего, что, типа, там, тебе подножку поставят, ну, такое, такой, знаешь, такой, типа... Ну, я такое знаю. Ботан, короче, можно подножку поставить. Но меня, как бы, ребята некоторые защищали, потому что я нормально пацаном был. Ну, честно, они со мной общались, как бы, они, это, mm-hmm. типа, что-то, типа, вдруг аж отъебись. Mm-hmm. Вот. Потом, как бы, со временем, когда я вырос, ну, перестали все. А... И что-то как-то какие-то ребята на меня это... Как-то я помню, во дворе, по-моему, кто-то на меня ну, пытался нагреться. А у ребят есть такая тема, ну, знаешь, кто вот, подростки, они uh-huh. типа заедаться друг на друга. То есть не просто вот чисто вот. Они в принципе, тебя не... Я сейчас выйду, что ли? Они тебя не ненавидят, да? Они тебя там не... Хотят там убить, uh-huh. там, короче, что-то тебе... Они uh-huh. просто вот у них такая цель, типа, просто подраться, там, кого-то потрунькать, типа, там... Чисто yeah, как-то вот есть. По это... постебаться над тобой, да, там как-то что-то, может быть, это реально побить. Вот, типа, кто сильнее, знаешь, это вся тема. Вот, и что-то, короче, кто-то во дворе, типа, это, кто-то на меня заедался. А я на балконе mm-hmm. сидел, что-то начали на меня заедаться. Говорю, давай, иди сюда, ты задолбал. Короче, меня так выбесило. Просто чел mm-hmm. кто-то бесил, ну, просто начал тебя то ли оскорблять, то ли что, я не помню, иди, короче, сюда. Он такой поднимается по ступенькам. А он деловой, что-то выебывался. А он так-то нормальный парень, я знаю, что-то на него нашло. Видимо, может, с кем-то связался, с другими. Знаешь, дети же любят, ну, они влияют на друг на друга. Так. Uh-huh. А, то есть, если ты вроде как бы нормальный пацан был, потом ты ну, дошел тебе друга какого-нибудь, и ты начинаешь каким-то идиотом становиться. Uh-huh. Вот, и что-то вот с этим пацаном, походу, что-то такое стало. Руслан его звали. И он, короче, что-то... Сейчас, типа, и побежали такие, короче, типа... А я же всегда такой забитый, короче, никогда виду не подавал. И что-то и встречаемся на лестничной площадке. Как я ему вдвину с ноги, короче, он там с лестницы чуть не свалился. К одному, короче, еще, короче, кулаком двинул, другому. Ну там так, знаешь, так пацан так, знаешь, на уровне там 12-13 классника, короче, вот так вот. Может, 14, я не помню, сколько минут это было. Где-то, может, 13, наверное. Хлоп-хлоп, они-то, короче, что-то кому-то вдвинут. А кто-то там реально с лестницы. И что-то, короче, это, пойдем, типа, такие остали, короче, ушли. А я, знаешь, такой, просто, я вот сейчас, если кто-то сейчас полезет, я думаю, точно я тебя сейчас просто с лестницы спущу и забью там, ты убью, я тебя убью просто там, просто тут же, мне вообще пофигу. Потому что, знаешь, есть такое вот, просто, я никогда этого не понимал, что кто-то там, типа, друг с другом дерется, просто вот чисто там письками помериться, типа, или там кому-то доказать, что вот, типа, ты самец. Знаешь, есть такая альфа-тема, типа, один, типа, какой-нибудь мажорик там или... Да бы, знаю я это. Прессингует другого ты, там, ты, вот, грубо мне... говоря. То есть, грубо говоря, они как бы, знаешь, типа соревнуются, кто из них типа альфа такой типа будет. Что-то такое есть такое в природе. Это же природная такая тема. Знаешь как? Будет... Знаешь как? Вот ты вот начал говорить мне, да, тоже. Я в школе тоже, вот поверь мне, знаешь, вот с чего все началось. А началось с того, что когда я пришел в школу, первое, я выделялся тем, что у меня родители, в принципе, хорошо зарабатывали до вот для того времени. Вот, чтобы ты понимал, у меня, наверное, у самого первого появился компьютер вообще, который... То есть он там стоил... В то время он стоил 50 тысяч, и его купили уже. То есть, ну, сам понимаешь. Даже сейчас деньги 50 тысяч, это нормально считается. А в то время купили компьютер такой, вот, 50 тысяч. И, как бы, родители одевали неплохо меня. То есть, чтобы ты понимал, я... То есть, мне реально делали за костюм, я помню, даже на заказ, белый костюм полностью, прикинь. Знаешь, откуда я почему захотел белый костюм? А помнишь, раньше было GTA Vice City? Но было там такое. Чувак был такой, чувак белый, в белом костюме был. Вот я так же хотел, короче, выглядеть. У меня была розовенькая рубашка такая, короче, и этот я так выглядел. Представляешь, школьник какой-то, блядь, сука. У меня даже фотка есть, я потом тебе покажу. В белом костюме, прикинь. Это пиздец. А реально белый костюм, нахуй. То есть мне вот ну, спрашивали, да, ближе да, ну, дело, нахуй. Окей, белый костюм, белый, это, дело. Ну, вот я тебе просто говорю про то, что, как бы, я выделялся тем, что у меня было, в принципе, неплохо, я был одет. А сначала я был, в первом классе я был в А-классе. Там, сразу тебе так скажу, во-первых, там 80% там были девчонки.
Не знаю как, но с девчонками как-то я сразу на лад там не пошел. Они слишком какие-то высокомерные, какие-то, блядь, это. Ну, видно, что такие, знаешь, из богатенькой семьи такой, знаешь, типа такие есть, вот все. Есть избалованные девочки. А парни, которые там тоже были нормальные. Кстати, Паша там был, кстати, вот мы с Пашей там познакомились. Ну, как сказать, познакомились. Мы. Почему я там и оказался? Потому что там Паша был. Вот, мы так с детского сада, ну, как бы там оказались вместе. Но смысл в том, что там был один паренек. Я все еще помню, вроде Никита его звали. Вот. И он все время, короче, до меня доебался, Никита, короче. Вот все время доебался, бил, короче, всякую хуйню мне творил, короче, то портфель разорвет, то тетрадки разорвет, то еще что-нибудь, короче. Ну, в первом классе это много ли надо было, пиздец, да? Ну да. А представь, доходило до того, что уже, понимаешь, уже мы закончили этот, надо фотографироваться, и меня, понимаешь, он просто меня взял, отпиздил, короче, прикинь. А, ну, он сильнее меня был, по-другому говоря. То есть я как-то не сильный и тому подобное, я особо не дрался, хотя у меня друзья были вот все старшеклассники, так сказать, вот. Но при этом вот так. А, и у меня даже фотография такая, где там, блядь, весь, блядь, красный и тому подобное, потому что я, блядь, вот, понимаешь, обитый, меня, да? Вот, сука, вот я так, да, я только с такой, блядь. То есть просто то для смеха это, понимаешь, что делать? Просто все для смеха делать, блядь. Вот, и меня, короче, перевели в Б-класс. Типа там программа полегче, соответственно, плюс другие люди и тому подобное. Ну и... А там действительно было полегче, но опять же все вернулось к тому, что меня также, блядь, уже пиздили не один человек пиздил, а пиздили меня человек 10 нахуй. Вот, и в итоге я дрался до 7 класса, и я тебе так скажу, даже один раз попадал в больницу без сознания. То есть меня, чтобы ты понимал, когда мы, я говорю, пойдем один на один, мы выходим на один на один, начинаем драться, в итоге и он как бы проигрывает, и я проигрываю. В итоге я падаю, блядь, и начинаю вставать нахуй, и понимаешь, кто-то просто подбегает сзади нахуй, потому что он стоял спереди, он ждет, когда я встану. Кто-то подбегает сзади нахуй и ебает мне, короче, прям вот кто он, в спине нахуй. И я, короче, падаю, пытаюсь развернуться нахуй, и просто мне ногой, прикинь, в живот нахуй. Нахуй, и все, пизда, нахуй. И все, я просто орать начал. А оказывается, мне там что-то, короче, порвали, нахуй. Метр возлияния началось, нахуй. Просто пиздец. У меня такие колики, нахуй. У меня просто. У меня все кружится. Они все убежали, короче. Они поняли, что ну, какой-то пиздец. И просто бросили меня там, короче. И все съебались, короче. Там человек 20 было, все съебались. И никто, короче, не сознался. Я, короче, еле допитал до дороги, короче, и просто, прикинь, без сознания упал. Просто на обочине. Все, у меня нет сознания. Я уже просыпаюсь, короче, в машине в какой-то. А знаешь, что мне подобрал? Нас священник подобрал. Ну, то есть вот этот церковник. Батюшка подобрал. Он домой ехал, подобрал. Он говорит, куда тебе? В больницу, короче. В больницу поехали сюда, туда-сюда. И сказали, типа, очень сильные ушибы, короче. То есть сюда, типа, в районе живота. Ну, там видно, прям синее все такое прям было. Но... Вот. Типа, ну, вроде никакого, типа как кровоизлияния, ничего там, типа, нет. Ну, типа, лучше, типа, этот, кто он. Нагрузки не делает, отсаться дома, тому подобное. Ну, вот это все плане. То есть... Понимаешь, вот в чем дело, то есть я просто, когда вот этот момент, то есть я отличался от чего, то есть одевался и тому подобное, и все это бесило. Плюс начал беситься с тем, что раз у меня не получается общаться с парнями, правильно? Я общался с девчонками. Ну да, они не общаются. И еще стало и больше бесить, короче, потому что, типа, почему ты, типа, общаешься с ними, а мы не можем с ними общаться, да, ты да, общаешься. Да, 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 да. Они начинают это, потом начинают мне говорить какие-то хуйню, типа, сделать. Я такой говорю, я это не буду делать, нахуй, типа. Надо, вы идите, делайте, нахуй, это, типа. Они говорят, типа, он подойдет, то девчонки шлепни по жопе, типа. Я говорю, не буду это нахуй делать, нахуй это надо, блин. Вот. Смысл-то в том, что я не выполнял их приказы. Вот. А в 7 классе я начал... Взялся, во-первых, силой, во-вторых, я начал... Как говорят, знаешь, такая есть такая штука? Враг моего врага, враг мой. Что-то такое, типа, называться. И понимаешь, меня все время бесил один паренек, нахуй. Враг моего врага, друг мой, вроде, обычно делается. Да, да, да. И я, мне всегда бесил один паренек. И ты понимаешь, я сделал так, что я законтачил с другим пареньком, который был в авторитете с другими парнями, с такими же бойкими, которые были круче намного. А я с ними общался. Я его подкалывал, он меня подкалывал, короче. Но они поняли, что, типа, ну, как бы якобы. Плюс мы с ним все время ходили домой, потому что мы жили оба в центре. И вот так вот все. И другого подъебывали, короче. Я подъебывал, и он подъебывал. И хотя он, извини меня, в таком перкиде. Жестко. То есть что-то маленькое, он там, ну, любой, на любого нахуярить мог, короче. Вот. И, короче, смысл-то в том, что как-то этот паренек, который вот этот меня доебывал, который часто меня доебывал, он что-то подходит, короче, и начинает, короче, прикинь, доебывать, короче. Я его тоже, типа, иди нахуй, типа, отсюда. Типа, что не видишь, типа, разговариваем, типа, блядь.
Он такой, ты что, типа, охуел, типа, так со мной, типа, общаешься? И просто тут парни, короче, такие начинают. Ну-ка, иди сюда, нахуй, его, блядь. Как они, давай его, короче, пиздошить. Я просто стоял и так улыбался, мне так было приятно, блядь. Тот побегал, ну, иди сюда, нахуй. Ты говоришь, хули на наших, сука, выебываешься, нахуй. Тот бегом, нахуй, побежал, а не за ним, нахуй. У него так отпиздили, он заорал аж там, нахуй, я слышал, как он заорал, нахуй. После этого больше мне, сука, никогда вот нахуй не трогал. Если говорить про страх, все-таки отойти от этой темы подростковой побоев, короче, если говорить про страх, мне вот всегда страшно, допустим, если случится такая ситуация, когда будет причинять боль какому-то близкому другому человеку, я могу кого-то просто убить. Вот так вот. Просто не раздумывая, не знаю, шею там задушить кого-нибудь, не знаю, столкнуть куда-то там. Я просто могу психом стать, реально. Ну, так я, вот. Так я так делал, у меня в армии псих был. И, ну, ты про страх я же спросил, вот я вот отвечаю на вопрос. Угу. Да, у меня иногда просто сбивает катушку, нахуй, я могу такое сделать. Знаешь, кукол сбивает катушку еще? У Эли сбивает катушку, я точно знаю. Я просто знаю. Ну, вот это не все, страх, это, наверное, тупо безумие какое-то. Это называется, знаешь, как это знаешь, когда тебя что-то очень сильно бесит до такой степени, что ты теряешь контроль над собой, все. То есть я когда, помню, один раз дрался с пареньком, он меня до такой степени сбесил. Короче, я сидел, что-то делал, он меня бесил. Я ему говорю, прекрати, короче. Я говорю, ну просто говорю ему. А я ему раз ебал, два раз ебал, он мне ебал. И знаешь, что случилось? У меня была что-то тетрадка какая-то, короче. Я там что-то писал, вот что-то я не помню. И ты понимаешь, он, короче, берет и что-то, короче, то ли он мне хуй нарисовал там, прикинь, тетрадки. Я такой, вижу это все. И ты понимаешь, меня просто щелкнуло. Угадай, что я сделал? Просто, что я мог сделать в классе? Я его железным стулом отъебашил до крови, нахуй. Вот и все. Вот, примерно так. Если еще маленько бы, я бы ему сломал челюсть, нахуй. Потому что я знал, куда бить. Я знал, куда бить и в какие смертельные надо бить именно. То есть я прям бил, намеренно прям бил по голове. То есть он лежал уже, то есть он не шевелился, а я его хуярил, нахуй. То есть я бил его, знаешь, какое место? Вот где спинка, короче. Не спинка, а где-то это вот идет, которая, как тебе сказать, не ножка, где идет, а где идет вот стульчик, вот эта вот сама вот эта вот, которая идет штука, короче, она очень такая железная и жесткая такая. И я ей хуярил, короче, одной рукой нахуй его ебашил. А второй поправлял нахуй. И ебашил просто, ну. И все, и меня парни увели, меня просто. То есть, ну, схватили меня, короче. И все, я бросил этот стул еще в него, нахуй, успел, блядь. Все. Один раз я со второго этажа кидал стул в чувака, нахуй. Железный. С ножками, нахуй. Прям в голову попал ему. Вот. Они говорят, ты нахуя такое типа делаешь? Я говорю, а вы больше залупайтесь на меня, я еще буду делать такое. Вот и все. И все, и после этого, слушай, меня вообще потом не стали трогать. Я просто все тихо. Я причем, если начинают девки меня ебать, я как подойду, как уебу по щеке нахуй, типа, блядь. Это я вообще агрессивный был в тот момент. То есть меня просто жизнь меня вывела на такой степень. То есть мне, я вообще не люблю, когда кто-то меня трогал, вообще что-то, блядь. У меня ни друзей вообще никого не было в школе. У меня вообще друзей не было в школе. То есть, понимаешь, даже тот был, который Андрюшка, этот вот, знаешь, который военкома паренек, он ходил со мной, все, то есть, да, вот. Но как только пойдем, короче, то ли по квестам. До драки, он сразу, типа, блядь, это, не-не-не, и все, короче. В этот, в Южный Берн, сейчас я по планику приеду, поедем. Мне надо, чтобы вот эти трани открылись уже, потому что надоело уже бегать по этому. Ты хочешь квесты выполнять? Ну да. В Южном Берн поехали. А там невозможно оттуда выехать? Написано. Можно. Нет, ты в порт выйдем, нам просто поедем классическим способом туда. У нас осталось раз, два, три, четыре. То есть еще четыре локации нас будут водить. Йо, поедем. Нет, нам надо осталось идти найти один осколок, и мы будем сражаться с этими, с хитроницами, короче. Так, это что за море? Штормовые. О, надо объезжать, что ли? Пассатижи, пассатижи. А куда надо ехать-то нам? Южный Бьорн. Ты можешь оплыть, конечно, там попробуй. Блять, я какой-то квест убрал, сука. Вот как он сейчас называется? Снаряжение ты убрал. А, это как раз, короче, менять стиль снаряжения, про которое я тебе говорил. Надпись появляется на П, нажимаешь там.
надо тебе сделать. Там просто побазарить с каким-то челиком и все такое. И он тебе расскажет. Не-не-не, часто как мне на квест-то выйти, блядь, на нужную? А, да, как выйти? На квест самом верху, блядь. Нету, вот, Аквион. Вот, ниже, вон. Ниже, Толь. Ниже. Нет, Толь, не так ниже пролистай. Аккуратненько, ниже пролистай. Да ниже пролистай, ёбрасы ты! Вот, вот, так, без крыши, ниже. Так, еще ниже. Так, еще. Так. Вот, проводник Южный Берн, вот это надо. Поместье, видишь? А, подожди, проводник. Подожди, а у меня какой квест? У меня тоже проводник. Короче, какая разница, просто в Южный Берн едем, там у тебя квесты появятся. Не грузи, короче, давай, поехали. Сука, не грузи меня, говорит, короче. Да я сам сразу запутался, я понял, что нет никакого квеста. Вот. Да там нет, там на самом деле есть какой-то квест. Сейчас я вру, я же сейчас могу найти все, подожди, я сейчас все найду. А, кстати! А, да, кстати, квесты же, они же подчеркиваются рыжим цветом, правильно? Ну. А у тебя там целых три этих. Целых три квеста подсвечены рыжим цветом. Да, блять, я опять что-то нажал. Галочку на стене я просто сниму, у тебя не будет лишних кустов. Видишь, сколько их, ребят? Поместье, точно, поместье. Вот, вот, лишних не будет. Вот. Самое. Вот, все, просто едем, короче, самое. Вверх. Подожди, а у тебя какое-то руководство было, героические рейды на хранителей, ты что-то, видимо, я даже... Вообще. Мы, короче, их уже били, а ты даже не прошел, короче. Никто не покупает, распыляем, да? Но кому, если мне никому не надо это барахло, мне барахло это тоже не надо, да? Пылесос какой-то. Пылесос какой-то. А, где там? Ну-ка, где там, чё? Ага, слушай, ну, что-то есть. Вот, на карте вижу одного хуесоса, вот он, здесь. Какой-то плывет. Видишь, нет? Нет. А я вижу. Где он? Ну, на карте здесь вот, есть хуесос. Будет. На карте. Где? Покажи мышку. Так, а вот ты машешь-то мышкой, я тебе покажи, говорю. Вот машешь кого-то там. Но... Вот здесь, там я показываю тебя. Область. Да все, отдыхай. Машет кого-то там. Правда, говорят, кто последний, типа, тот гусар? Чего? Ну, типа... А что такое оборона Биллиона? У тебя есть квест обороны Биллиона? Мне сейчас говорят, типа, у вас должен быть закрыт квест обороны Биллиона. Ну все, нахуй, можно завтра. Там написано, в обычный Берн надо идти. А я куда приехал-то? Ёпта. Ёбаный! Все, все, еще и меня потяну за собой, блядь. Я в Южный Берн приехал. А надо было в Северный Берн. Кого? В Северном мы уже были. Японский жир, что делать-то надо? А, так надо в Северный Берн-то, слышишь? Да? Но. Япона, мать. Ой, блядь, все нахуй. Я уже почти доплыл, нахуй. Короче, мне пришлось обратно приехать, прийти. Тебе тоже сейчас развернут. Нихуя. Нажми на пробел-то. Я разверну сейчас, сейчас тоже, не переживай. Сейчас, так, сейчас все договорюсь. Надо в Северный Берн, прикинь, там идти поговорить. Нихуя, сейчас договорюсь все нахуй. Давай. Так, ребята, добрый день, нахуй. Тирант. Анатолий Сергеевич, нахуй я. Звать меня, нахуй. Давай. Торговать не запрещают. Анатолий Сергеевич. И пошли-ка вы в жопу. Но. Есть?
Есть пойти в жопу, да. А не пошел-ка ты в жопу. Есть пойти в жопу. Охуел. А я тебя в Рухидрет правильно, да? Или куда? Да обратно нахуй, в этот порт нахуй. Вот ты где. Он говорит, на Папуанику, да? Да, но на Папуанику. Ну, сейчас вот. Не смотри, сейчас зайдется, кажется. Так, рублик, давай сюда нахуй. Я говорю, ну за что нахуй? За прибытие нахуй? За какое прибытие нахуй? Ты че, мать, ебанулась? Вот такие дела, Анатолий. Так и живем. Ёбаный, вот. А это все Дмитрий Николаевич виноват, нахуй. Всё. Виноват, да, сознаю. Когда я вырасту, обязательно вот именно, стану волшебницей. А, да будем, стал, будем, то ли, будем то ли Ромку ждать, или вдвоем пойдем. Думаю, скоро так, оно а Рома, у меня Рома зайдет? Нет, у меня есть... Не, он сегодня-то не зайдет. Я имею в виду, что вообще ждать сейчас сегодня будем, нет, или сегодня вдвоем пойдем. Есть, короче, тема испытания бездны. Испытания бездны, их можно пройти два раза в неделю. Вот. Испытание бездны, короче. Да. Да хуй знает, не знаю. С ним-то, наверное, веселее было бы. Так вот, я тоже думаю. Просто так не терпится. Почему днем играл, а сейчас ушел? Надо было, наоборот, днем уйти, а сейчас играть, правильно? Правильно? Потому что у него пришла кто правильно, его... Все, мы получили доступ в куб, я так понимаю. Нет. Если я не найду решение, совет поменяю кругам труд всей моей жизни. Это катастрофа. Ну, о, куда пошел? Прошу прощения, правильно, я вас не заметила. Мы ведь раньше не нет, там вопросик стоит, надо выполнить его. А, у тебя закрыто, оказывается, квест, а мне не закрыт, прикинь. Надо чистить, приветствую там крылом. А ты как сделал этот квест, слышишь? Да хуй его. Я жук вообще, а. На солнечном острове побывал, куда-то закрыл. Когда вообще, слышишь? Когда я при тебе ну, все... понятно, все куплено, короче. Но. Чему Нинав не отправила орла? Сначала тебе нужно с кое с кем поговорить, только тогда я дам тебе письмо. Терекас вот не передает вот письмо Нинав, пока не на задание сердца горы. И я тебя ебал твою горло, гондон, сука. Шутка. Когда я вырасту, обязательно привет, украду у Тимки 20 рублей. Кахельчана. Так, подожди. Да. Так, Дима. Это, кстати, основной квест на самом деле в этой коллегии. Прикинь. Кто бы мог подумать, да? Что фиолетовый квест приведет к главному квесту. Угу. Пипец какой-то. Позиции коллегии Ордена Луны сильно ослабли. Члены Совета и их ручные меня черные рыцари подмяли под себя весь Южный коллеги. Берн. Магов. Занимайся следующим разработкой магического оружия. Нет, можете не представляться. Я наслышан о ваших подвигах, хули. А рада наконец познакомиться лично с героем, которому удалось одолеть Моргинда. И раз уж мы встретились... Если не ошибаюсь, вы близкие леди с Гневелой. Не могли бы вы передать ей это письмо при встрече? Я бы не стал вас беспокоить, но дело очень важное. Можете взглянуть сами. Ой, я взглянул, нахуй, отродился, нахуй. Взгляните правде в глаза. Магия Эльберина ведет. Прикинь, чё? Я реально продал. Страна в опасности. Продал 10 кто свитков. Защитит наш народ? Третьего уровня. Коллегия магов и рыцарей всегда... Гравировки. Но для клинка смерти дыр. За 1300 золотых. Клинок смерти самый, да, охуенный. Я посмотрел клинок смерти и кимастер, у них самые такие нормальные. А остальные какие-то там нереалистичные. Либо их никто не покупает. Не, подозрения были, что их либо никто не покупает, либо это просто кто-то загнул цены специально. Вот. Я взял кимастер. Позвольте мне сказать еще кое-что перед финальным голосованием. Прошедшие события наглядно показали, Орден Луны едва ли способен защитить страну. Я хочу прочитать письмо это, ебаное. К тому же он отстаивает интересы селинов, а не людей.
Дальше так продолжаться не может. Что за черные рыцари? Ах да, вы ж были в отъезде, ничего не знаете о ситуации Бьёрни. Королевский совет всегда недобрительно относился к тому, что очень вы подчиняете себе королевство. Некоторое время назад фракция, так называемая, реформатор решает взять эту спасую руки в двух словах, не объяснить. Ну, давайте, само появление черных рыцарей противоречит тем идеалам, что легли в основу нашей страны. Нельзя разделять людей и селинов. Ведь Берн задумывался как место, где все расы и народы могут жить в гармонии друг с другом. Совет прибирает к рукам все больше власти. Если вы а что толку не лянет, я ничего не купить не могу. Себе, который... Нет, это потому что этих штуковин. Зачем вообще эти штуковины нужны, чтобы что-то на рынке покупать? Я вот это не понимаю. Во всех играх нормальных нет никаких штуковин. Ты просто берешь и покупаешь. Мне здесь какие-то айтемки придумали, на какой хрен? Типа, чтобы как-то ограничить торговлю, что ли? Типа, перепродажу всего, что я не понимаю. Наверное. Нет, это сделано для того, чтобы ты зашел в магазин и купил их. Вот и все. Нет, это сделано для того, чтобы ты не перепродавал по 10 тысяч раз одно и то же. Вот я думаю, для чего это сделано. Чтобы люди не перекупали, не перепродавали, как Сашенька там у нас любит в R2 делать. И говорит, что это какая-то прям... Ой, все, короче, опять начинается. Что ты можешь мне дать? Где она? Несколько дней ее не видел. Понятно. Не могу знать. А чего здесь стоите-то вообще? Ты ищешь Гвилену? Сразу говорю, можешь забыть о своих поисках. Командир предупредила, что какое-то время будет отсутствовать по важному делу. Искать ее бесполезно. Ну, смотрю, а тут проработали, нет, они интересно. Если совет получит это оружие, жди беды. Все эти дворцовые интриги не для меня. Да и говорить я небольшой мастер. Вон написано. Фион, 100 штук, 850. Жопа, пусть у них слипнется. 850 кристаллов, как за 100 штук буду отдавать. Да 9 смоток купить всего. Пошли в жопу. Я вижу на твоем лице беспокойство. В чем дело? На, не думает. Пусть по ивентам не раздают, я буду по ивентам брать тратить. Не буду я ничего покупать у них там за эти... Ага, сейчас. Там 30 штук стоит 100 кристаллов. Ну, через дурели, что ли? Ты что, 3 шмотки купил и все? Ага, сейчас. Полагаю, я должна объясниться. Гвилена ни в чем не виновата. Почему бы и нет? А я как лошара покупал фитронитик всякий, короче, по мелочи. Нет, ничего удивительного в том, что рыцари и коллеги ничего не знают. Я лично попросила Гвилену держать это поручение в тайне. Вы купите у нас еще! Однако я не ожидала, что от нее так долго не будет никаких вестей. Это не похоже на Гвилену? Ву-ву. Дело требует моего вмешательства.
Итак. Нет, серьезно, сколько там он стоит? Ну-ка. Чисто поржать. Расходники. 30 фионов. А, даже не 200. Нет, 270. 270 тоже. Окей. 270 кристаллов. 30 фионов. Одну шмотку, чтобы купить. Какой-нибудь долбанный фитронит. Или кольцо какое-нибудь замухрыженное одно. 9 фиончиков отстегни. Ну. Бам. Никого я им не буду. Пусть они мне выдают по этим, по своим ивентам. Но. Буду я у них еще покупать. Не, не, если, не, конечно, мне прям что-то приспичит, я могу, конечно, попробовать на бирже купить кристаллы. Типа на кристаллы это все закупить. Но как бы это надо, я не знаю, что надо должно произойти вообще. Не, ну вот смотри, тут биржа, покупка кристаллов, да, лучшие предложения. Так, 2850... 2850 эти самых золота, 600 кристаллов. Это, грубо говоря, если на 30, если на так 1.10 стоит, да? Это 60 получается. Ой, нет. Подожди. 60. Нет. Так сколько стоит-то? Как это? На 30 получается, да? 30. Mm-hmm. А, подожди, 270, 30 штук. Да, это получается одна штука 30 стоит, да? Да что ты будешь делать? Как она? Сколько она стоит? 10 получается стоит. Вот, 10. Получается 60 этих всего за 600. Да вы серьезно, да? 6 шмоток я должен... Нет, если бы я знал, я в натуре, я бы вообще на этом рынке ничего не покупал. Вот так вот, всякие фитрониты по 10 штук. Но, как лошара, просто покупал фитрониты по 10 штук всяких. Ролил, короче, типа. Так вообще бы я их не покупал, тогда не бежите эти фитрониты там. Пусть мне сами пусть выдают, не буду ничего у них там покупать. Я не могу прямо отказать совету, поскольку однажды ограничила свою власть. Однако я разделяю опасения коллегии. Нельзя допустить, чтобы длани Кратоса попали не в те руки. Это может привести к самым серьезным последствиям. Ты понял вообще, что это черные рыцари, кто они такие? Я не понял ничего. Типа, я так понял, типа в Северном Берне какая-то независимость народа, все дела. А кто такие черные рыцари? Это я так и не догнал. Ну, что за черные рыцари? Понятно, ты так же, как я, нифига не понял. Скажи, я не слушал даже, что она говорила, да? Нет, я что-то я читал. Честно говоря, ничего не понял. Так, Дим, я сегодня пораньше, наверное, выйду. Знаешь, почему? Пойду поем пораньше. У нас завтра проверка приедет. Надо нормально выглядеть. Завтра проверка приедет. С Пруганом. Проверять будут. Мятым это выглядеть нельзя, да? У меня... Мне рубашку надо на куда-то найти, блядь, сука, я то есть потел, нахуй. У меня есть какая-то вот синяя, но я хуй знает. Сойдется на нет с моим животом, блядь. Я у меня фиолетовая есть, и голубенькая, блядь. Но у меня, сука, что-то грязная, да. Вот, что-то я, блядь, думаю, что это, сука, сделать-то, да. То ли пойдет, то ли не пойдет, нахуй. Сейчас, сука, одену, нахуй, она на мне как на заебки будет. Да. Ты проходи без меня! Не жди меня, нахуй. Меня заебешься ждать, нахуй. Потихонечку догоним, нахуй. Ничего страшного, да. Тем более я тут в два счета догоню вас. С Ромкой идите потихоньку. Да не интересно. Мне надо будет еще потом там проходить. Понятно, хули. Че, подпиздешь ты потом, нормально будет все равно. Все равно мы в подземелье все эти вместе ходим, поэтому... Один я точно не пойду. Ну, подземелье-то это понятно. А вот раньше... Прикольно было просто раньше ходили... Ну, смотри! Это знаешь, это хоть заново персонаж создавай, иди такой, типа... Ты понимаешь, что это же 10 раз это проходит, и не хочется это играть.
Ну, было прикольно, когда ты просто двигаешь там, типа, это... Я сейчас так просто скажу, быстренько, предполагаем, быстренько без палина скажу, чтобы он все не подумал, понимаю. А-а-а, тут нет такого билета, это только у меня этот билет был. Могу его продать, билетик. Тебе на сброс персонажа. На сброс. Покупай, пока по дешевке. Так, VIP-набор на 30 дней. Да хули на, покупаем, да, хули на. Делов тут, блядь. Как посять хули, бегать на. Ну. Так, ладно. Посмотрим, может, я сейчас все сделаю, поем, может, еще зайду. Хуй знает. Так как бы тебе, навряд ли. Баба какая-нибудь тебя отвлечет, и ты не зайдешь. Никто мне не пишет. Да, конечно. Никто не пишет. Да, ну, вечером всегда пишет. Ты чё? Не, ну ты у Саши скажи. Ты мне вот одно скажи, где ты вот этот квест выполнить успел? У этого чирика-чирика. Я певчая, а не перелётная. Какой? Я ничего не понял. Долечу хоть на край. Это пиздёж какой-то. Она велела найти тебя. Ну и ладно. Я не знаю, где я выполнил. Я не знаю, я сейчас зайду туда вообще за этого, за скаута и буду скаутом туда проходить. Я не хочу один проходить, я не кайфу. Или игру пойду делать. Блин, хочется поиграть что-то. Как-то это, знаешь, как-то уже как-то это. Уже даже это немножко напрягает. С другой стороны, прикольно так вот это играть по вечерам, куда-то бегать, ходить. Типа, блин, ты давно такого не чувствовал, не испытывал. А с другой стороны, как бы, ну, что-то нормальной жизни тоже надо, е-мое, сколько можно. Типа, ну блин, прикольно, как бы. Самая не вечная такая тема. Ну интересно, я попробую сейчас, наверное, это. Я сейчас попробую, наверное, их храм этот хребет пофармить. Да тут время-то, в принципе, осталось часик полтора. А тут, кстати, ребята, кстати, с рыцарем, с этим, это самое, черным. Они ищут эту деваху, она типа пропала куда-то там. Пошла улаживать дела. У них там какие-то проблемы с северным, с южным Берном, я не понимаю, почему. Короче. Зря, наверное, я продал книжки-то эти. О. Точнее, я 10 книжек уже продал, а другие 10 книжек не продал. Надо было не продавать, наверное, да? Почему? Ну смотри, вдруг я начну другого персонажа качать. И мне надо будет третий уровень этого самого барахла. И я, короче, это... Такой... Да ну нахуй. Вот такой, знаешь, звук будет такой. Да ладно, пофиг. Поиграй в Фурии. Не, Фурия мне не принравится, короче. Не нравится. Я думал, у меня же там два персонажа еще болтаются. Это этот Клинок Смерти и Кулачница. А, три даже, Кулачница у меня там. Плачница. Да. А, как говорится, твоя задача перебить меня по урону, нахуй. Не, я даже к этому стремиться не буду. У тебя имбище герой. Не может такого быть. Я просто возьму. Видел. Я знаешь, я просто видел, короче, как ты в данже. Подожди, дай я скажу. Я просто видел, как ты в данже, короче, я одной рукой играл. И буква Т такой, короче, знаешь, типа. Я такой думаю, все, типа, короче, это, короче, ладно, ну, это типа, так вот, это, короче, так... ничего, типа, знаешь, я такой думаю, подъебнул, поймал, и самое главное, задавил. Нахуй. Задавил, нахуй. Вот это ты, короче, сделал с теми ребятами. Не, серьезно, какие там челики, короче, 1490, короче, а у тебя 1000, какой там, 250-й был тогда на тот момент, я уж не помню. И, короче, у меня не было этих шмоток. А, или был. Да, 1250 у нас, по-моему, только подняли, блин. Да? Или какой-то. Угу. Ну, что-то да, такое вроде. Или 1300 что-то у нас там было. Ну, короче, нет, 1252. Да? Вот, и это. И мы такие. Я такой думаю, ё-моё. Не, я просто видел твой урон, вот этот АОЕшный, мне никогда его ни за что не перебить. Да я как бы не хочу на самом деле. Мне главное, чтобы комфортно было играть. Я вот, в принципе, играю вот этим, как бы,
кинжальщика, мне нравится, как бы нормально. Да, как бы это самое. Не такой, короче, имбо урон, как у других. Ну и ладно. Вот. Как бы. Главное, чтобы нравилось играть. Потому что я. Вот клашником, вот клашника, если бы не поломали. Просто если бы не поломали один скилл. Понимаешь? Если бы просто. Рома. О, Рома! Рома! Ты что делаешь-то? Блудный сын. Захожу к вам. Заходи давай, сейчас данж пойдем. Толя, отменяются твои там эти. Мытье потом. Я жрать по-любому по это сказать. Ну, притащи чашку здесь. Ты все равно одной рукой умеешь играть. Ну. Какие вопросы? Зря я сказал правду. Я просто, говорю, то сидел, пиздел, короче, такой. И такой мышкой кликал. И потом я такой подбегал, мышкой кликал, убегал, мышкой кликал, убегал. Такой, ну, думаю, блядь. Просто быстренько открыл одной рукой экран, что он делает так второй так рукой? Так я говорю, когда эти круги появились, я сначала такой пошел в другой, потом такой думаю, блядь, не то. Я потом думаю, умер, такой, о, сейчас заебись вообще, говорю, нахуй, говорю. И дальше давай говорить, короче. Ну, нет, так он еще умер, ты там сам-то прикол. Я после него еще бегал минуты две-полторы. Потом я откис, какие-то еще пацаны бегали. И в результате Толя, короче, задамажил больше всех друга. Я такой, в смысле? Это вообще как такое возможно? Я не знаю так. Ну, не, прикольно. Я, наоборот, кстати, рад. Вот честно, Толя, тебе скажу. Я вообще без всякой злости, агрессии и так далее. Мне, наоборот, нравится, что ты, как бы, вот мой друг, играешь, и ты, типа, дамажишь из нашей пати больше, да, вот, как бы, ты их, как бы, типа, при это... Тут должен же кто-то в пати лидировать по дамагу, типа, все равно, как ни крути, одинаково не будет, может быть, типа, и вот ты, как бы, их именно нагибаешь. То есть нет какого-то, знаешь, там, мажорика такой, который, типа, весь разукрашенный, как елка такой, типа, заходит такой, как, помнишь, как вчера Фурия была такая? Такая вся такая, бежит. На понтах, короче, и такая, славливая там всех. Или, короче, мы в данж тут ходили. Я был этой кулачницей своей. Чисто нечего делать было. Кулачница зашел пройти. Ну, вот это, наверное, вторник был. Вот. И я такой бегу, и там какая-то, короче, это, как ее? Не зонтик, как она? Не чернильница, а зонтик. Зонтик такая. И она бежит, короче. И вот бежит. И такая бежит вперед. Я так, все такая, бери, вперед всех бежит. И такая хлоп, короче, самым дальним скиллом своим босса. И убивает его с одного удара. То есть это настолько, понимаешь, это просто... Я такой думаю, блин. Ты что, хочешь повыпендриваться, что ли, перед другими, или что? Или ты настолько спешишь, что тебе вот прямо сейчас вот прямо надо вот в эту секунду его ваншотнуть, да? Я не знаю, вот... Как это объяснить? Не знаю, короче. Но мне приятно, что Толя хотя бы этих всех ребят, как бы это... Но они же ведь... Я больше чем уверен. Челики такие. Я не понял. А как он меня передаможил? Типа... И они такие, помнишь, как тот, короче, сразу чекает твой, короче, персонаж на листе, я такой, думаю, по-любому, знаешь, короче, ну, потому что они же все равно, ну, вот как ни крути, больше половины игроков играют, чтобы быть лидером по урону, вот как ты ни крути. Ну, по-любому. Потому что ты же, получается, тем самым самоутверждаешься тем, что, типа, ты хорошо персонажа вкачал. То есть, если ты персонажа как-то вкачал... Если ты, короче, не лидер по урону, значит, либо ты просто криво играешь как-то, как я вот бывает. Вот мы сражались с вами в троечка, а я дох, короче, как лошара. Три раза подряд. Вот. И я такой думаю, значит, как-то я криво играю, блин, потому что ребята стоят, ни разу не откисли, а я, короче, уже три раза дох. Ну, это как бы о чем-то же говорит. Вот. Значит, как-то криво играю, либо они криво играют, либо они как-то вкачали криво персонажа. То есть... Вот так вот, короче, говорит, да? Возьми Ромку в пати. Он же пойдет с нами, да? Пойду, он за компанию, ты, конечно, пойду. Ага. Ты живей какой. Когда меня просит, хотя сам этот кто, на лидер пати. Да действительно. Он всегда на. Представляешь, блядь, Рома, ну как да, так? Да. Он... Даже если не он говорит, дайте мне лидерство, я сам возьму все сделаю. Да. Нам одного челика надо добрать. Блин. О, блин. Вы там пока собирайте, а я это... Порыбачу. Слышишь? Чем? Роман. Ань.
Мы тут обнаружили, что можно временно поюзать, короче, эти, как их, гравировки. Ну, типа. Это, там-то. Ты можешь, короче, выбрать готовые гравировки 5 штук и юзать их сейчас просто на халяву. Тебе никто ничего не скажет. Ты... А потом, когда ивент закончится 21-го... По особым миссиям-то, которые ты имеешь в виду? А? По особым миссиям-то? Да. Ты можешь любые гравировки выбрать там, которые ты хочешь, 5 штук. Активировать. Я знаю, я сегодня смотрел это, видел. Я в том-то и фишка, что я не хочу их оттуда использовать, как бы, ну, в каком-то смысле. Чисто по гривею хочется самому. Да, да. Нет, ты, наверное, думаешь, что они фиксированные, то есть ты их не можешь менять. Ты можешь, вот понимаешь, вот сколько гравировок сейчас у нас есть, их там сколько, 20 или 30. Ты любую можешь сам поставить, какую ты хочешь, и сохранить ее. И она сразу у тебя будет третьего. Роман, понял? Роман, так тебе Роман. Любую! Роман, любую. Тебе всего это до 21 февраля. Дальше это пропадет. Заявка. А, это после временной фигня, да, ты имеешь в виду? Да, 21 февраля пропадет. Заявка. Да? А. Сейчас рыбачу, еще пару раз удочек закину. Смысл в том, что ты можешь поставить любую, она временно, и ты ничего не теряешь. Ты, да, ну, да. Блять, просто вот. То есть, Буст, ты сейчас... Вот, допустим, мне сейчас можно попробовать, к примеру... Ты потестируешь, вот, по крайней мере. Да, если тебе, да, если да, ты да. поймешь, что это твой, короче, билд, ты можешь просто потом его оставить и качать сам, как хочешь. Тебе же никто не отвечает. Сегодня... Слышь, что ли? Сегодня Митяй рассказывал, говорю... Поменял немножко это... Скиллы... Теперь, короче говоря, это могу добавлять урон не только себе, но и союзникам своим. Но хорошо. Типа как скилл называется общий враг. Он увеличивает урон по врагу на 16 секунд, на 24. Нет, не на 24. Ой, подожди, так, на сколько? На 6% на 16 секунд. Нормально. Это как бы вначале можно скилл. Вафа, это неплохо так. Я, блин, кидаю этот скилл, и потом ульту пробиваем, все вместе ульту пробиваем. Больше получается, еще урон больше будет от ульты, короче, говоря, больше толку. Шарахнет. О, блять, а чё-то погиб? Ну кто же шарахнул? Он же сказал. Просто откуда шарахнет, я что-то не понял, вот просто про что. Не понял. Она еще и... И эту херню сработала, короче. Ёпрс. Блять, прыгнул на него. Да шар. Не говори. Это еще и макока, блядь, сработала, и шарахнула в итоге все равно. Я лох, но не надо было прыгнуть. Я просто хотел проверить, если я прыгну, я умру. Я реально прыгнул, я умер. А, ты тоже свернулся, а? Да, я просто хотел проверить. Потому что я знаю, что я раньше бегал, короче, это было нормально. А я думаю, а если я к нему запрыгну туда? Вовнутрь. Типа через это, через этот щит его. Но не прокатило. Умер. О, я еще и на третьем месте. Но. Удивительно. Ну, она да, девочка. Потому что я отсос, потому что. Нормально все. Не, просто я думал, раз первый сдох, то думал, меньше всего урона и будет нанесено. Видимо, нет. Я...
А, блядь, опять выключил эту тему. Я думал, что так медленно ходит? Кое-как жопа шевелит. ХП 4000, ХП, чё за срань? ХП у всех урезано, что ли? Да. Тут, короче, это приравнивается, видимо. Ну, это чтобы не было такого, что крипы не могут пробить вас, блядь. Поэтому сделано так. Чтобы не было там миллиарды. Блин, Инвизи меня прям поймала. Да блин, задолбала, я только встал. Да сука, я только встал, ты хорош, а. Тиманью может вдарить так, что мало не покажется. Хватай золотые сферы. Они помогут уничтожить сгустки энергии Дель Круза. Пипец, только встал, короче, бах, опять упал. Только встал, опять упал. Желтый, да. Ай. Ой. Ой, фу, поймал несколько штук. Сваливаем от красных. А вы что там, блядь, вообще что ли красные там не берете? Вы ебанулись, что ли? Я со своей стороны все взял. Я брал нахуй сейчас, чтобы вы понимали, где-то примерно 40%, блядь, локации я... Просто счет скорости, блядь, успевал. Да красные там надо побрать. Я понимаю, я тебе говорю, я красный убивал сейчас, просто по краешку бил. Меня, блядь, видели, сколько КП было? Меня хуярило, блядь, просто. Сука. Она что не совсем... Вот такой уровень, может, блядь. Может, деваха это ничего не делала? Так она где-то там возле Рома вообще там была, да, Рома? У тебя она где-то была? Да, рядом кто-то был, бегал. Ну? Касана, ну, ага, вторая, ты тоже? Нет, она ведь девочка маленькая. А, нет, тогда ты был бегать, рядом со мной ходил. Вот кто у нас тут выбрал, что дело. Моя полностью нижняя вся. Я на верху всегда хожу. Я там чуть ниже тебя. Я всегда ходил наверху, рядом со мной вообще ничего не было. Я всегда вот на этой стороне бегаю, всегда. Я сверху здесь возле лестницы. Я подошел к ней, блин. Две пропустили, ёпарасоте. Пиздец, я не знаю, нахуй. Блять, мы сейчас будем на одном боссе дрочить, нахуй. Надо было поесть сходить сначала, блять. Сейчас, сука, тут будем, нахуй, часа два, блять. Сучка. Я сверху. Снизу я полностью. Рома, иди немножко правее, в тот угол. И видишь, я здесь стою, хожу. Зачем ты здесь стоишь? Блять.
Почему вот эта СССР, сука, никого нету? Да ёбра СТ, почему вот здесь никого нету, блядь? Пиздец, я хожу, почему здесь слева-то никого нету? Почему у вас все справа-то ходите? У вас та сторона, блядь, вы ёб твою мать, вы чё, берёте-то квадратик, что ли, маленький? Вы всю сторону должны брать, всю сторону. Один свою. Влево, другой вправо, один вниз, другой наверх. Зачем вы все втроём входят вот справа? Вот, смотри, я вот эта вот локация, смотри, вот твоя нижняя, вот отсюда вот должна быть, вот отсюда, вот до сюда должна твоя быть локация. Я вот здесь бегаю, вот понимаешь, сюда. Вот этот треугольник, потом вот это вот, до сюда. Вот я бегаю, треугольник, до сюда. Вот. Какого нихуя, хрена вот здесь в углу? Бегайте где-то в треугольничке, вот бегайте, вот здесь нету. Вот. Почему здесь никого нету, блядь, вот в этом углу? Вот ты до сюда должен, вот это твоя я территория, хожу вот здесь это, наверху, вот. Я это. Хожу вот здесь наверху, ты понял меня? Вот здесь я наверху ходил, там внизу никого нету. Вот поэтому мы и подъебываем, блядь, потому что выходите. Потому что, сука, сидят все в одном углу справа, блядь. Да, все, давайте в квадратики будем. Давайте тоже в квадратики буду. В маленьком. Ну. Тебе будет больно. Так я наверху верхнюю сторону ступцы, если что. Да что такое-то? Короче, я тогда здесь бегаю. Вы сейчас опять, короче... Они могут уничтожить куски энергии Дельгруза. Стой, 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 стой. Стойте, блядь. У меня красный, все, блядь, все, навалил, здесь. Навалил красный, теперь я ничего не смогу сделать. Зашибись. Все. ГГ. Я красный весь. Бала ходить так вот так. Блин, еще и подняла меня за шесть. Мой господин хочет. Да что такое-то? Вставай, ты ёпрасы, ты лежишь на жопе. Хватай золотые сферы! Они помогут уничтожить сгустки энергии Дельгруза! Так, отлично, наловил. Стой, стой. Чего ты не успел? Я не понимаю, как так ходят-то вообще люди-то, ёшки-пашки. Как тут сигналить? Как сигналить? А вот так вот станьте просто вот по кругу. Я не понимаю, почему так сложно-то это сделать. Вы же уже 200 раз этот данж проходили. То ли это бабёха тупит, то ли мы такие тупицы, я не понимаю. Вот, вот так вот станьте. Просто вот. Контрольте, вот так вот. Пробивай, молодец. Мы только начали. Умри. От меня не уходят. Вот, на углу стою.
стоять, просто надо стоять, чтобы к сферы не проходили. Почему всегда так странно так делается? Да, у нее дохуя проходит. Я тебе говорю, кто-то тупит, явно она. Потому что мы нормально всегда играем. Почему? Почему какой-то... Сколько штук примерно собрать хотя бы этих белых сфер? Я не знаю, там, наверное, штук 5 ей проходит, она сразу ваншутит. Ты видел, сколько ей? Там ей немного надо. Ей там 3-4, 5 может быть. Ну, сверху сейчас я видел, где Толя, Рома и я вообще не проходил ни одной. Мне пришлось вот сюда забегать. Я вот сюда забегал. Так скажем. Я так понимаю, девчонка тут, потому что... Ну, я не знаю, я не верю, что мы с тобой даем. Подойди, 200 раз, потому что уже играли в этот танк, и я не думаю, что это фир. Бля, ладно. Она убегает, но... Да, она уже двум заклинаний ушла. О, еще очаровала. Она не скил прервала прям. Тебя себе. Да встань ты, ёб твою! Опять отлетела. Опять отшла. Четвертый раз от заклинания. Во-во. Хорош, мать. Я промазываю тоже. Подумал. Ай! Промазал, лох. Вот, я стою с этой стороны. Ю на углу! Они помогут уничтожить сгустки энергии Белькруза! Да, блять, ну... Блять, вообще все мимо прошли. Ёб, блять! Той! У меня на углу дохуя. У меня тут красный дохуя. Вон он, и вон они идут, я вижу их, блядь, вот они. Рома, блядь! Есть! Есть, пацаны. Там хуя их было, блядь. Есть, работаем. Стоявай. Она еще будет этот. Есть, все, нет, нет, она не сможет. Она не сможет это делать. Все. Девчонка тупила, походу, дело. Не знаю. Потому что, ну, я не видел. Вот мы с Толей, я говорю, с Толей были на одном этом. Ну, с Ромки, кстати, тоже никого не было. Но, однако, пропустили. Что это вот каждый раз нахуя это вот? Аукцион, что за аукцион, блядь? Ну, видимо, на топовых каких-то уровнях сделали этот аукцион, не знаю я. Типа, может, типа, какие-то шмотки, которые, типа, нужны людям, типа, может быть. Не знаю. Отказывайся, если тебе не это. Что это такое? Коллекция сборных колод. Не надо, допустим, это сборный колод. Я куплю. Попробую. Зарулиться. Сколько? У меня все равно деньги лежат. Так, что вы ходите? 55 поставили. 55 поставили кто-то. Я сбросил, мне не надо-то. Песню поете? Или я это пою, начинаю петь? Подожди, я первый пою, чтобы лидером быть. Давай, вот, можешь начинать. Я купил эту штуку за 55 лени. Она, походу, тупила. О, какой-то почта еще. Сейчас, кстати говоря, пока мне небо, Карпов продал за 350. Всех, что ли? Ну? Ты их по сколько заставлял? 100 штук или 120 штук. Не знаю, сколько там. Нет, не Карпов, кого-то... Ну, короче, кого-то за 350 продал. Ну, Карпов, которых вылавливал, да? Ну. Да, 10 порций за по 35 каждый, но правильно, карп. Сейчас, Тарасик, потерпи еще немножко. Сейчас забомбим один. Единственная награда за... Не будет, она не будет нажимать. Ну, если не будет, сейчас мы ее кикнем, значит. Вон написано. Нажала. Это я нажал. Да? Это не нажимал, что ли? Да я ты, блядь. Да, нормально, Рома подставил. А мы на девчонку еще. А внешку
Знаете, мне так изнурительно так, блядь, драться нахуй. Как? Таком... Пусть ты немножко за это тормозил. А чё вы там, кто еще не убил нахуй, а? В каком интервале? В быстром таком. Я не понял юмора. У меня слишком быстро все на экране происходит, я не успеваю. То есть у меня все кнопки нажимать на. Нет. А почему это сейчас произошло? Я когда всегда успевал отдыхать в этот момент, а сейчас не могу отдыхать. А, ты имеешь в виду это, что мы сформили быстро, да? Ну, это типа... всего данжен, всего два данжена, это вечер, поэтому я тут. Я проебался, да? Это кто такой, блин? А, он на мне, да, этот босс? Я понял. Кто-то ультанул хорошо. Это что, дракон прилетел? Ну, так он был там, вы чё? Да, я не видел. Да. Он был там, я говорю, я пошел дракона бить. Я не видел дракона. Я дракона такой бегу бить и смотрю, босс на меня бежит такой, думаю, а он на меня, говорю, сагарин там получается. А, я не видел реально. Я босса не сразу заметил, фу, дракона. Когда он подлетел, я пошел дракона бить, думаю, дракона быстренько убью, говорю. Начал дракона бить, смотрю, этот ко мне идет, блядь, босс нахуй пешком, блядь. Он пошел такой, топ, ну я видел. Это он ко мне шел, блядь. Я смотрю, а, ты на меня, говорю, сагрин, что ли, говорю. А я там дракона вью, блядь. Хорошо, что ты его вью, потому что мне не нравится, как его убить там постоянно. За спину не запрыгнешь, ничего не сделаешь. Такой, смотри, он как-то пешочком такой, блядь, разгуливал. Ну, такой хлоп, шагат такой. Конечно, все приготовились, да? Да хуй на нем. Как ты, блядь, Рома хитрый, блядь. Вот иди убивай там. Вот нам ультанул, что ты чё, блядь? Я не туда щелкнул, блядь. Бывает. Пустое место, нахуй. Но! Яростный воин, хули. Ну бывает, ну что с ним бывает, тоже бывает, те кнопки жмал. Воин без бороды не воин, хули, как говорят. А, ну Рома, бывает. Ну, я постоянно так не понимаю. Помните, да, надо это, бить тех, кого он вызывает там. По цвету именно. Да. Ой, бля! Ну, сука, заебал! Ни хера не видно с твоей ульты! Надо в пустое место опять тут втунуть! Тебя тоже двоится в глаза? Давай-ка сперва покончим с этими близнецами! Что, белый? Красный! Белый, да? Красный! Встаем! Я просто там не вижу, у меня экран. Это под углом? Это он ультует, типа. Пока не могу. У меня передышка. Блять, я же ушел. Где этот мадрил? Мадрил, говорит. Мадрил, ты обезьяна такая, между прочим. Красного. Убил. Встаем. Ребята. Я не знаю, как я выжил, но... Я в последнюю секунду понял, что что-то не то.
Сука, я, короче, промазал килом. Я просто здесь столько спецэффектов, я ничего не вижу вообще. Во-во! Теперь понимаете, о чем я говорю? Да, я говорю. Бля, я ульта сыграю, шарик на весь экран синий, темный. Да тут помимо шарика, шарик-то у него там один раз за бой, а тут помимо этого постоянно эти шары. Всякие разные. Ну, мало того, что спецэффект там вот это. Я имею в виду, что это. Просто в тот момент, как раз когда он шарик отпускал, я как раз свою как бы это. Скилл запускал, короче, ну, как он там, пробуждение-то. И вообще куда-то просто в пустоту в левую сторону. Пока, да. Я последний буду по урону. Просто опять мажу скиллами. Я не понимаю, что я вот не могу. Почему? Почему это? Столько всякого сверкает. Я теряюсь. Я своего персонажа даже теряю. Ну, ты второй. Да потому что другие меньше надамажили. Ты откис рано. Если бы ты не откис, ты бы больше надобил. Ну, реально, мне просто стрёмно. Я не люблю, когда так делают. Вы охуели, что ли? Нахуй забирайте хоть что нахуй. Это все признес хули. Кстати, ты каждый раз, когда ты мне так делаешь, мне хули деньги приходят за тебя, нахуй. Да. Да. Ну и ладно. Давай еще, роль, я тебе сказал. Я сказал роль. Роль, я тебе сказал. Хули ты не ролишь-то? Не буду ролить. 16 хули золотых хули прилетело с аукциона хули. Мне тоже 16 пришло. Да? Ну, кормёжка хули. Не знал. Он хули раздаёт всем. На следующий раз, Димка, кидай сотку нахуй. Слушай, 16 на 4, сколько будет? Спонсирование хули называется. О! Так, заебись, мне нравится так, слушай. Так, золотишко-то понемножку-то, блядь. Ну мы все прошли, ребят. Я вас поздравляю. О, мне все равно все пришло, хули, все книги твои, хули. Роман, распускай пати, кика это... Вообще похую. Он не может меня кикнуть изначально. Там на крестик как раз нажми и кикни. А он не может меня кикнуть? Он не может меня кикнуть? Ну как не может, он лидер. Потому что... Нет, потому если что ты понимаешь, он громко стал гидить, Толик стал гидить, это в группе 1. Потому что изначально самый крутой здесь я, потому что вот все. Я просто группу покинул, все. А, ребята, прикол-то в том, что я поставил ставку, да, 55, ага. Ой, 50 золотых я поставил. А почему вам деньги пришли, я так и не понял. Красавчик. Я считаю, что ты молодец. Что ты вообще вот кормишь нас, блядь. Охренеть. Прикинь, короче, сегодня-то, когда я был в этом, на хребте-то, короче, шмотки наломал на 11,5 тысяч серебряным. Короче, ремонт сейчас на 11 тысяч. Толя, ты мне скажи, откуда у тебя 4 косаря, блядь? Кого 4 косаря? Золото. Я откуда знаю? Понятно. Надюпал хули. Понятно. На ней этот убивал. Я золотой слиток убивал, когда мы ходили в хаос. Золотой слиток вот полторы, и... но никак не три. Почему три? Три дали. Ты скорее всего свитки продал. Какой нахуй свитки, блядь, продал? Я тебе говорю, три мне дали за этот. И его сейчас сходили подземелье пару раз. И вот мне. Какие-нибудь, короче, хорошие для ковки эти дают... штуковины. Да заебал, покупай нахуй. Дюов-то, блядь. Кого? Не. Так. Дима, я любую колоду могу заролить. Между прочим, я полезную тему купил. Я могу любую колоду выбрать и из нее заролить этот. Так тебе же надо куда-то деньги сейчас тратить. Все да, я для не тебя могу теперь, прикинь. Ромич, я тебе открою один большой секрет. У тебя есть... Для тебя гребенок закрыт. У каждого, короче, есть фионы на аккаунте, синенькие такие монетки. На них ты покупаешь шмотки с аукциона 9. Я сегодня, короче, дофигища фитронитов покупал. Каждый фитронит мне обошелся в 9 фионов. Вот. И фишка в том, что я истратил все свои фионы, не подумав ни о чем. Но теперь у меня осталось 6 фионов, и я не могу на аукционе ничего купить. А чтобы пополнить эти фионы, мне надо в магазине их покупать.
30, что ты понимал, 30 фионов, это что, 3 шмотки, да, по 9 золотых. А если какие-то более крутые шмотки, они еще больше дороже будут стоить. Короче, 30 фионов стоит 270 кристаллов, прикинь? А 100 кристаллов стоит 3000 золота. Так вот, условно тебе говоря. Прикинь, короче, как я облажался. Так что лишний раз на этом рынке никакие фитрониты, никакое барахло лучше не покупайте. Либо смотрите, что если вы покупаете, хотя бы фионы не тратятся. Потому что потом вы их нигде не найдете, кроме как шопа. И они, конечно, могут их раздать там в какой-нибудь акции опять. В магазине событий там можно получить будет. Но лавочка закроется через 2 недели магазина событий. Хотя там, может быть, на 23-е что-то еще замутят. Вот. Я все сказал. На 23-е еще должно такое нормально засадить. Ты засад... Иди ты кушай, засадишь ей посадник. Бочку. Засадник. Иди кушай. Ты засадишь ей. Сейчас, подожди. Говоришь, гравировки поставить временно, да, можно какие-то любые. Ну, поэкспериментируй, по крайней мере. Ты засадишь ей. Так, а как же... Ты засадишь. Да хорош засаживать. Так. Так. Я надеюсь, там не случайно. Я могу выбрать, да, получается? Случайный сундук. Да, естественно. Озеро надежды. Все как есть прямо. Пусть никто не понял меня. Пойми так. О, Лардон упал, отлично. Ты что сделаешь? О, отлично, второй бардом упал. Давайте еще бардена. Нет. Красиво, красавчики, ребята, вообще. Не, пацаны, вообще, ребята. О, есть, еще упал. Отлично. Четко. Не, в натуре четко. Класс, класс, класс. 3 карты выбил. Офигеть. Которые мне нужны именно. Типа, что ты понимал. А, это класс. Тьфу ты. Это классовый. Давай. Ладно. Хуй-то там. Понятно. Ты ей возьмешь и сделаешь что?